Друзья, всем привет, с вами Зомби, сегодня у нас Хейдей, и сегодня у нас обзор геймплея на 45 уровне игры. Так, начнем с самого простого заказа. Сейчас я выполняю только мелкие заказы, заказы, где дают более много опыта и денег, я не выполняю, оставляю на потом, когда будут бонусы. Почему я начал выполнять мелкие заказы? Потому что сейчас ферма производит очень много ресурсов, и их нужно куда-то девать. Поэтому все вот эти маленькие заказы я отдаю и зарабатываю опыт. А вот эти большие, где максимального опыта у меня дают, я оставляю на будущее. То есть, когда будет бонус какой-то, я как раз буду выполнять конкретно большие заказы и буду за счет этого большой бонус получать. Не знаю, как эта тактика будет работать, но в принципе у меня хорошо работает, получается, за один день, если идет бонус по опыту 100%, я зарабатываю по 200 тысяч опыта. В принципе, хорошая штука. Дальше. Что касается урожая, я перестал сеять кукурузу, пшеницу. Дальше сою я еще немножко подсеваю, только так, чтобы хватало на корм для животных. Также морковку и сахарный тростник тоже немного подсеваю, но не слишком много. То есть я стараюсь вот эти конкретные урожаи, чтобы у меня было постоянно в достатке, чтобы я в нем не нуждался. Потому что сейчас с повышением уровня вот эти... урожай этот, и где купишь? То есть в основном что можно купить? Почему, кстати, сейчас очень много вот этого продается? В основном можно купить там кукурузу, пшеницу, а насчет морковки и остальных, сейчас скажу, что я там забрасывал. Насчет сахарного тростника, морковки и сои, ну, их не так часто встретишь, порой нужно сидеть либо полчаса, пока найдешь, либо заходить и искать все это в друзей. В друзей намного проще находить, поэтому что дальше я делаю? Как всегда, все ресурсы стараюсь придерживаться в районе 5. То есть меньше 5 делаю до около 5. Больше 5 делаю только там, где у меня их слишком много. То есть конкретно вот эти соки. У меня их, смотрите, их слишком много. И я не хочу, чтобы соковыжималка простаивала. Поэтому делаю их равномерно, плюс-минус, чтобы их было одинаково. Если захожу за число выше 10, я собираю их и все сразу продаю. Так, что касается плавилин. Здесь я делаю конкретно только ресурсы, которые мне нужны для того, чтобы улучшать мой пояс в городе. Сейчас мы к этому еще вернемся. Плавильни, ювелирку я вообще не пользуюсь. Ее можно было на самом деле даже не строить, если честно. Зря я ее, наверное, построил. Если бы я знал, я купил бы лучше кофеварку, либо что-то другое на эти деньги. Так, что касается малины. Малину я не сею, малину постоянно покупаю. Но сейчас пришлось посадить несколько вишень, потому что вишню сейчас их не купишь, если честно. А если купишь, то она очень редко попадается, поэтому лучше самому себе несколько деревьев садить. Дальше. Дерево какао я несколько штук точно ставлю, и за счет этого я получаю маленькую прибыль. Слишком много деревьев не покупаю, потому что потом найти все эти пилы для них — это проблема. У меня пил совсем нет. Их не особо часто где купишь и не особо часто продают. Но если повезет, можно сразу одного человека до 50 штук купить. Если видите, сразу покупайте, не задумываясь. Так, мед делаю также постоянно. Пчел поддерживаю постоянно, чтобы они постоянно делали мне этот мед.
Не знаю, насколько это прибыльно, но считайте, на костике тоже нужны будут топоры в итоге. Немного затратно, но все-таки я хочу хотя бы прокачать свой уровень улья до максимального уровня. Не знаю, сколько мне нужно будет нектара собрать, но чтобы до двух звездочек докачаться, мне нужно еще 20 тысяч собрать. За раз я собираю 200. Это долговато будет, если честно. Дальше, повторюсь, ресурсы делаю так, чтобы по 5 штук было. Если больше, то отдаю в заказах, в мелких заказах. То есть, вот смотрите, мелкий заказ. Здесь больше 5 каждого ресурса, поэтому я смело его отдаю. То есть, также 3 эту тоже отдам, потому что у меня, по идее, здесь приготовился заново этот попкорн, который я хотел готовить. Поэтому я его отдам сейчас. Дальше. В принципе, попкорн весь делаю также 5 плюс штук, чтобы слишком много не было. Видите, да, здесь каждого ресурса по 5. Варенье я не считаю, потому что оно слишком долго делается. Я его отдаю постоянно на заказы. Там проблема с тем, чтобы создать его и сохранять по 5 штук. Оно слишком долго делается. Так, теперь, смотрите, 1, 2, 3, 4 эти заказы я буду сохранять до момента, когда будет какой-то бонус. Либо к деньгам, либо по опыту. А остальные, которые я делать не собираюсь, этот сделаю, этот нормальный. Дальше. Пшеница я это удалю, потому что там денег столько тратим, что капец. Это выполню. Выполню, да. Дальше это сохраню. Вот это мы выполним больше 5. А дальше это тоже выполним больше 5. Молоко не в счет. А здесь, ну, тоже выполним. Халявный опыт, почему бы нет. Что касается продажи ресурсов. Сейчас я почти ничего не продаю, потому что я не знаю почему. Продаю только вот этот уголь, ресурсы и шахты. Здесь стараюсь 5-6 штук держать. Если больше, продаем. То есть так также касается всех ресурсов. Так, слитки 10-10. А мне еще нужны какие-то... Хотя нет, вроде все. Так, ладно. Давайте я при вас построю поезд. Поезд я прокачиваю только на количество мест, потому что я не так часто им пользуюсь и не так часто в игру захожу, чтобы прокачивать на время. Поэтому прокачиваем на количество мест, и у нас будут плюс места. Окей. Тем более я прокачал ратушу, и я даже зданий новых не покупал. Нужно будет новые здания покупать, чтобы вмещать жителей куда-то. Потому что у меня сейчас в городе одновременно 21 человек может быть. А куда их вмещать, я не знаю. Так, там попкорн. Дальше здесь отдаем жителям, все отдаем. Если ресурсы слишком сложные, просим помощи. А это такое все отдаем. Там тем более за свой город вы будете получать бонус зданий, если прокачаете их конкретно. А если будете в чужие здания, в чужом городе что-то делать, вы бонус не получите. Так, в общем, можно, в принципе, сейчас отправить посетителей, а лишних попросту куда-то поотправлять. Бакалея. Так, давайте мы отправляем. Только да, вроде все. Так, это отдадим, там не слишком сложный. Вот это тоже отдадим, там больше 5 было. Что касается поезда, как он работает? С помощью этого поезда можно ездить к своим соклановцам, то есть к людям, которые живут в соседстве, и набирать людей. То есть, соответственно, смотрите, я смогу сейчас забрать 5 или 6 человек, я не помню, насколько хорошо поезд попал. 5 человек. Соответственно, я здесь никого не буду брать, потому что я зря потрачу этот поезд.
Я его еще не потратил. Да. Я его зря потрачу. Это нужно, наверное, в соседство. Тут 3 человека. Но здесь 2 заберу. Все. Пусть 2 приедут. Не знаю, зачем я до 5 прокачал. Просто было слишком много вот этих слитков и слишком много ресурсов для того, чтобы делать слитки. Поэтому решил прокачать еще на 1 уровень. Дальше. Что касается помощи соседям в городе, ну это такое себе, потому что в своем городе вы будете бонус получать, а в соседей их там, их вам что даст, если честно. Только если будет какое-то событие, где будут давать дополнительный опыт за типа, выполнение заказа в городе. А так лучше не помогать. За исключением только тем, если ресурсов каких-то у вас очень многовато будет. Ну, окей. На этом, в принципе, геймплей закончен. Осталась у нас только рыбалка, но там ничего нового с прошлого видео у нас не появилось. Буду я сейчас дальше наводить порядки, заполнять этот пароходик и выполнять следующее задание. И, кстати, что с рекламой непонятно, потому что я ее вообще не смотрю, мне она не попадается. Людям, которые попадаются реклама, может 4 раза смотреть, а мне реклама вообще ни разу не попадается, я только 2 раза смотрю. Даже ничего не смотрю, просто нажал галочку, забрал. Сегодня, в принципе, буду я стараться получать следующий уровень. Денег у меня нет, но у меня есть Томми, у которого я постоянно беру вот эти кольца с бриллиантом. За счет вот этих колец я, получается, 5000 золота каждые 2 часа захожу. Либо даже там чуточку больше. Что касается животных, я перестал кормить куриц. Попросту... того, что это невыгодно для меня, и это слишком геморройно, даже так скажу. Потому что вы их тратите ресурсы, ждете, корм слишком быстро делается. Я в последнее время только кормлю свиней, овец и коз. Потому что времени на игру сейчас мало, что успеваю, то и кормлю. Дальше. А дальше все. Корм так же, как вы видите, свиньи, овцы и козы. Козы нужно будет еще сделать. Здесь постоянно делаю вот эту ткань, чтобы постоянно работало у меня здание, конкретно придирня. Видите, ткани нет, и сейчас оно работать не будет. Постоянно делаю ткань наперед по 10 штук, иногда даже, чтобы постоянно это здание работало. Дальше мороженое. Мороженого всего и так у меня очень много, поэтому стараюсь держать по одинаковому количеству. Если его слишком много, то я его либо продаю, либо продаю. Вот и все. И заказы мелкие выполняем, оставляем. Что касается бонусов, то я не знаю, я сейчас бонусы на какое-то производство ресурсов не использую, жду каких-то событий хороших. А бонусы, допустим, на Тома, на помощников, на, допустим, какие-то усиления я использую сразу. Дальше, вот мне хорошие дали, но у меня нету моку. Может, друзей куплю, посмотрим. Этот заказ еще делаем. Дальше. Латте 700. Ну, тоже посмотрим у друзей. То есть, в чем мой геймплей заключается на данном уровне игры? Это друзья. Чем, если вы хотите быстро прокачиваться в Хайдее, то вам попросту нужно иметь очень много друзей. Чем больше друзей, тем больше шансов найти ресурсы, которые вам необходимы. То есть, просто сидите, кляцаете, прожимаете по друзей и очень быстро переходите. Так, допустим, видите друга вот. Здесь нет ресурсов в игре. Здесь можно что-то купить, я забыл еще. И так идете по всему списку друзей.
здесь больше шансов, намного больше шансов купить то, что вам нужно. Материалы, предметы для расширений, какие-то инструменты, тортики. Здесь очень много шансов купить то, что вам нужно. Потому что некоторые друзья, вот, допустим, инструменты, не выставляют рекламу, не успевают. Вот, допустим, шерсть по скидке, яйца по скидке, бекон по скидке. То есть добавляйте как можно больше друзей, чтобы потом покупать ресурсы и материалы по скидке, либо попросту материалы для расширения. Ну, в общем, на этом все. Старайтесь добавлять максимальное количество друзей и старайтесь, если видите какие-то ресурсы по скидке, покупайте, вы их 100% за пару минут продадите. Посмотрите, сосед продавал очень много предметов для расширения и так далее, но я не успел. Это зависит от удачи, но если честно, у меня много друзей и я не жалею. То есть проще походить несколько раз в день по друзьям, чем листать вот эту газетку постоянно. От друзей вы получите больше и ресурсов, и предметов, и денег сэкономите, потому что очень много людей, если хотят срочно быстро что-то продать и нету рекламы, ставлю там какую-то скидку. Вот, смотрите, корм для коз мне нужен. Яйца, ну яйца я купил, тем более курицы я не покупаю. По скидке забираю все сразу. Так, дальше. Я еще хотел что-то сказать, но забыл, может быть не столь важно. 62 уровень, запомним, чтобы потом вернуться и посмотреть все остальные прилавки друзей. Так, наверное, на этом будем уже заканчивать. Только уже пришел Том. Смотрите, покупаем за 2600, он сейчас принесет, я пока быстренько кукурузу засажу, потому что она в пароход нужна, сейчас будем ее засаживать еще. Так, кофейные деревья, кофейный куст тоже посадил несколько штук, чтобы было, потому что иногда очень сложно его найти. То есть иногда попросту нет, я себе стараюсь там несколько кустиков вышни кофейника оставить, чтобы потом, если нужно будет, чтобы было под бок. Вот и все. Ну и что касается Тома, давайте мы выставим 9 штук, одно пусть будет, иногда в доске заказывал за него очень хорошую сумму, 7400, то есть буквально 5000 монет плюсом получаем каждые 2 часа. На этом буду с вами прощаться. Спасибо вам всем за просмотр. Увидимся в следующем видео. Всем удачи.